Добрый вечер. В эфире телеканала ЭТВ. Программа «Наши новости». В студии Егор Зайцев. Прямо сейчас подведем итоги уходящего четверга. Наибольшие затраты на национальную экономику, здравоохранение и ЖКХ. Парламент Крыма принял беспрецедентный трехлетний бюджет. Такого бюджета, как в этом году, у нас еще не было. Мы идем по нарастающей. Объем финансового ресурса увеличивается. Спасли больше 1000 человек, потушили столько же пожаров. Крымские спасатели подвели итоги уходящего года. На этих пожарах спасено 153 человека. Парламент Крыма принял бюджет республики на 2018 год. Этот финансовый документ определяет основные направления расходов и источники доходов. Так, например, одними из основных сфер, на которые будут тратиться крымские средства, станут развитие национальной экономики, образование, ЖКХ и здравоохранение. Республиканский парламент принял закон о бюджете на 2018 год. Чтобы одобрить его во втором чтении, была созвана внеочередная сессия Государственного совета. В главном финансовом документе Крыма говорится о том, что доходы региона в следующем году составят более 172 миллиардов рублей. Потратить планируют почти 175 миллиардов. Разницу между показателями власти намерены погасить продажей акций санаториев Дюльбер, Мисхор и Ай-Петри. Такого бюджета, как в этом году, у нас еще не было. Мы идем по нарастающей. Объем финансового ресурса увеличивается, он становится более гармоничным, как финансовый документ. Учитывается уже опыт этих предыдущих лет, поэтому средства уже не распределяются. Если нет гарантии по их освоению, уже учитываются все нюансы по освоению. Сегодня эта задача стоит в Крыму достаточно остро. Предыдущая формулировка закона о бюджете не предусматривала наличие дефицита и долга перед государственной казной. Кроме того, удалось найти дополнительные средства – почти 5 миллиардов, которые пойдут в доходную составляющую бюджета. Расходы тоже выросли. Власти намерены потратить почти на 7 миллиардов больше. Часть доходов, по данным крымского Минфина, позволяет привлечь дополнительные расходы на нужды республики. Также мы из расходов государственного комитета по дорожному хозяйству запланировали 170 миллионов на концессионное соглашение. Это камеры будут установлены и 61 миллион на дополнительные почтовые расходы, связанные с рассылкой так называемых писем счастья. И это нам обеспечит дополнительные доходы по штрафным санкциям за нарушение правил. Главной расходной статьей Крыма в 2018 году станет развитие национальной экономики, на которую власти намерены потратить около 45% бюджета. На образование выделили больше 16%. Социальной политике достанется порядка 13%, вопросам ЖКХ – 9%, здравоохранению – 7%. Кроме того, около 7,5% республиканского бюджета будет направлено на решение государственных вопросов, обеспечение безопасности и повышение культуры крымчан. Основной статьей доходов республики, как и прежде, будут дотации из федерального бюджета. Пока что Крым самообеспечивается лишь на четверть. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. Руководство Крымского министерства чрезвычайных ситуаций подвело итоги своей работы за 2017 год. Больше 5500 возгораний и почти 1000 пожаров удалось затушить сотрудникам ведомства. За уходящий год спасено более 1000 человек. С такими достижениями МЧС уходит в новый 2018, чтобы показать еще лучшие результаты. С 2014-го спасатели-огнеборцы Министерства чрезвычайных ситуаций демонстрируют в работе высокие результаты. С каждым годом удается спасать все больше людей, оказывать экстренную помощь в недоступных местах и, конечно, тушить возгорания и масштабные пожары. Так, например, в уходящем 2017 году их произошло 940. В сравнении с прошлым годом у нас снижение на 9% по сравнению с прошлым годом. На этих пожарах спасено 153 человека. В сравнении с аналогичным периодом берем, пожаров стало меньше, а спасенных больше. В прошлом году было спасено 92 человека. Пострадавших от огненной стихии стало меньше на 11 человек. В прошлом году их было 72, а в этом 61. Всего уберечь от гибели удалось 1161 крымчанина. Не менее значимые достижения заметны и в сфере гражданской защиты. В течение этого года у нас ежемесячно проводились крупные командно-штабные тренировки под руководством аппарата МЧС России. И Крым был на довольно-таки высоком уровне. Все вводные, которые были даны Национальным центром управления кризисных ситуациях, мы отрабатывали в
полном объеме. В управлении гражданской обороны обучение навыкам все еще происходит параллельно с рабочим процессом, поэтому могут возникать некоторые ошибки. Тем не менее, как уверяет Фридман, исправляются они максимально быстро. Среди действительных достижений этого направления то, что в каждом учреждении есть люди, которые прошли курс пожаротушения. Например, священники во всех церквях Крыма сертифицированы для подобной деятельности. Там это действительно необходимо, ведь большое количество горящих свечей создает особую опасность возгорания. Никита Егоров, Петр Куцый, служба новостей ИТВ. Международный детский центр «Артек» подводит итоги деятельности в уходящем году. По словам директора лагеря Алексея Каспаржака, количество детей, посещающих здравницу, увеличивается с каждым годом. Для того, чтобы позитивная динамика сохранялась, проводится работа с международными организациями, а также вводятся в эксплуатацию дополнительные объекты. Например, уже в 2019 году на территории комплекса появится новый лагерь «Солнечный». Порядка 90 тысяч детей посетили Международный детский центр «Артек» с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Более 2 тысяч ребят – гости из 62 стран мира. Директор лагеря Алексей Каспаржак отмечает, «Артек» – это единственный федеральный проект, который демонстрирует уже осуществленный результат за несколько лет. В свою очередь, это способствует росту внимания к Крыму как в России, так и за рубежом. Благодаря таким учреждениям полуостров лишь улучшает свой имидж. В следующем году, в первом квартале, по-моему, во второй смене, к нам приедет 100-тысячный ребенок. И если это сравнить с общей статистикой «Артека», которая насчитывает за 92 года чуть больше 1,5 миллионов гостей, детей, то это очень существенные показатели. В этом году мы примем. Вот сейчас заканчивается 14-я смена, начинается новогодняя, 15-я. Мы примем почти 40 тысяч детей. По словам Каспаржака, достигаемые результаты в этом году – абсолютный рекорд «Артека» за всю историю его существования. Несомненно, Международный детский центр – это не только инфраструктура. Прежде всего, дети едут сюда за новыми эмоциями. Огромное внимание в «Артеке» уделяется образовательному процессу. Только здесь можно обучаться по специальной программе, отвечающей всем требованиям образовательных стандартов. Для того, чтобы центр оставался верен своим идеалам, несмотря на сложную политическую обстановку в мире, проводится большая работа, упрощающая процедуру приезда в Крым детей из-за рубежа. Мы достаточно активно работаем с общественными организациями, государственными структурами разных стран. Это и Азия, и Европа. Мы заключили порядка, по-моему, 13 соглашений международных, которые позволяют в определенной степени облегчить возможность приезда ребенка сегодня в «Артек». Как минимум через эти общественные организации узнать о всех возможностях попадания в «Артек» на конкурсной основе. В этом году Международный детский центр ввел в эксплуатацию комплекс «Прибрежный» на дополнительные 270 мест, а также стадион «Артек-арену», вмещающий 4500 зрителей. Теперь в планах руководства завершение строительства многоквартирного дома для жителей Гурзуфа, которые проживают на территории лагеря. Помимо этого, уже в 2019 году будет сдан один из главных инфраструктурных проектов – лагерь «Солнечный» на 1000 мест. Алексей Каспаржак добавил, уже в ближайшем будущем центр сможет принимать более 50 тысяч человек в год. Егор Зайцев, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ. Бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин приговорен к 3 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в крупном размере. Приговор был вынесен Киевским районным судом Симферополя. Напомним, экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий, а также растрате финансов. По данным правоохранительных органов, с января по март 2015 года осужденный принудил оператора Керченской паромной переправы в приоритетном режиме заниматься перевозкой автомобилей с грузами по заявкам ООО «Первая крымская логистика», которая, в свою очередь, принадлежала близкому родственнику Цуркина. Из 147 переправленных транспортных средств в 104 находился опасный груз. По итогам незаконной деятельности морская дирекция понесла ущерб на сумму порядка 3 миллионов рублей. Помимо условного лишения свободы, суд приговорил Цуркина к штрафу в размере 300 тысяч с полным взысканием нанесенного ущерба. Во второй части нашего выпуска вы увидите: успешное итальянское кафе может перевоплотиться в архив. Владельцы симферопольского заведения пытаются отстоять свои права на помещение. Меня поставили в известность после того, как уже передали помещение прокуратуре. Меня поставили через месяц о том, что мы уже не являемся арендаторами данного помещения. Тяжелая, но активная жизнь крымских детей-инвалидов наградили премией за успехи в различных сферах. На самом деле для них это даже это участие, то есть показывает их нужность, востребованность.
Украина ужесточает правила пересечения госграницы для крымчан. С 1 января 2018 года начнет работать система биометрического контроля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о нововведениях. Граждане 71 страны, в том числе жители России, при пересечении границы обязаны будут пройти новую систему идентификации. Въезд на Украину будет возможен с биометрическим паспортом. При его отсутствии иностранцев обязуют сдавать отпечатки пальцев и заблаговременно отсылать информацию о целях пребывания в Украине. В нашем следующем сюжете речь пойдет о том, как у владельцев одного из кафе итальянской кухни в Симферополе возникли сложности с приватизацией помещения. Городское имущество, куда в свое время арендатор вложил 10 миллионов, передали в пользование прокуратуры Центрального района Симферополя. Какие интересы преследуют обе стороны конфликта и кто может его решить? Переделать подвал в такое кафе стоило немалых усилий и материальных вложений – порядка 10 миллионов, если перевести сумму на российский рубль. Ведь реконструировали помещение 7 лет назад. До этого тут были катакомбы, говорит директор предприятия. Регулярно арендатор поддерживал надлежащее состояние помещения и получил таки право на приватизацию. Выкупить 180 квадратных метров площади не удалось. Ею заинтересовалась районная прокуратура. Заведение пользовалось большой популярностью у молодежи, потому что мы находимся в центре города. Работники прокуратуры тоже туда к нам заходили на обед, всем все нравилось. Опасаясь за свой бизнес, арендатор подал документы на переоформление договора аренды на новый срок в администрацию Симферополя. Но скоро на сессии городского совета в сентябре 2017-го депутатами было решено передать арендуемое помещение прокуратуре в безвозмездное пользование. А в заключении нового договора аренды предпринимателю отказали. Меня поставили в известность после того, как уже передали помещение прокуратуре. Меня поставили через месяц о том, что мы уже не являемся арендаторами данного помещения. Пока акт приема-передачи не подписан, а арендатор по-прежнему платит по всем счетам, хотя кафе уже давно не работает. Предприниматель отправил обращение о защите руководителю ФСБ России и УФСБ Крыма, генпрокурору России и прокурору республики, главе Крыма, муниципальным органам власти, президенту страны и председателю правительства. Мы посмотрим, что нам предложит администрация на сегодняшний момент. А так, скорее всего, судиться. Мы готовы выйти с данного помещения как арендатора. И ну, кто нам компенсирует это наши вложения и расходы? Арендатор надеется, что на его обращение обратят внимание компетентные органы и ситуация разрешится. Анастасия Донская, Петр Куцый, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. Учения в преддверии Нового года. Сотрудники МЧС проводят профилактические операции по территории всей республики. Сегодня в Симферополе огнеборцы провели тренировку в одном из торговых центров. Согласно замыслу, условное возгорание произошло из-за короткого замыкания. Огонь быстро распространился по площади второго этажа. К месту пожара прибыли симферопольские огнеборцы. Они оперативно установили автоцистерны на пожарный гидрант и проложили линию пожарных рукавов к очагу возгорания. По идее сотрудников МЧС, склады в торговом центре были заполнены дымом. Пожарные с использованием спецоборудования и костюмов искали в здании пострадавших и эвакуировали сотрудников торгового центра. В случае возникновения пожара, начиная с момента его возникновения, оценивались действия руководства и торгового персонала по эвакуации людей. Соответственно, проверялись навыки в обращении с первичными средствами пожаротушения. Глава республики провел заседание архитектурно-градостроительного совета. В очередной раз на повестке дня создание зон с особыми условиями использования. К уже имеющимся добавилось место захоронения Хафуз неподалеку от Феодосии. Кроме этого, Сергей Аксенов потребовал зачистить от застройки такие общественные места, как парки, заповедники и пляжи. Братское воинское захоронение, расположенное в границах крупнейшего крымского поселка Приморский, имеет особую историко-культурную ценность. Поэтому отныне это особая территориальная зона. Иначе говоря, теперь без согласования с властями городского округа Феодосия здесь нельзя вести никакие работы. В 1944 году перед ПГТ Приморский шли тяжелые бои за акманайские позиции. Участники тех боев, среди которых был учитель трудового воспитания,
Миронов рассказывали, что все окрестные поля и холмы были усеяны трупами погибших солдат. При переносе праха погибших были раскопаны лишь останки бойцов, захороненных в 60-70-е годы, а захоронение 44-го не тронуто. Место бывшего памятника со временем забетонировали и заасфальтировали, превратив в автомобильные стоянки. Для увековечивания памяти погибших героев мы считаем, что необходимо в районе автомобильной стоянки установить памятный знак. Затем члены Градсовета определили критерии сооружений, строительство и реконструкция которых запрещены до проверки разрешительной и технической документации. Новый главный архитектор республики внесла несколько важных дополнений. Одним из критериев должно быть соответствие привязки объекта строительства схеме планировочной организации территории. Мы с вами говорили о ГПЗУ, это прекрасно, но порой наши застройщики идут в нарушение того, что предполагает проект, и конкретно схема планировочной организации. Это первый момент. Второй момент, вот не прозвучало, что обязательно должны быть выполнены все требования по выносу инженерных сетей и не заходу объектами капитального строительства в охранные зоны инженерных коммуникаций. После Ирина Соловьева рассказала о регламенте подачи на рассмотрение генеральных планов, правил землепользования и застройки проектов планировки территории. Представляются карты. Их три. Карта планируемого размещения объектов местного значения, карта границ населенных пунктов и карта функциональных зон. Не обошлось на заседании и без эксцессов. В зале присутствовал в Рио начальника департамента архитектуры и градостроительства Ялтинской администрации Александр Запорожец. Сергей Аксенов не понял, почему. Вопрос второй. О правилах землепользования и застройки муниципального образования городской округ Ялта, Республики Крым. Пожалуйста. А у нас коллеги, вот Запорожец Александр Григорьевич. Нет, я говорю, я же надеюсь, что он уволен. У нас есть Запорожец Александр Григорьевич? Это вы. Я же Сотниковой сказал Елене Олеговне о том, что вы написали заявление об увольнении. Она вам давала такую команду? Ну, а чего вы здесь делаете? Это уже просто решение мое было принято после того, как приехали к нам на прием, в том числе пользователи «Горизонт Плаза», которые там рассказывали, как вы там активно, то есть как бы застройкой занимаетесь. Значит, я вас прошу покинуть заседание градостроительного совета. Глава Крыма отметил, что доверия к управлению архитектурой Ялты у него нет. Он подчеркнул, что будет лично просматривать перечень планируемых объектов застройки городского округа и потребовал освободить от уже готовых строений заповедники, парки и пляжи. Анастасия Сухарева, служба новостей, ИТВ. Детей и подростков с особыми потребностями власти Крыма наградили призами за различные достижения. Лауреатами стали те, кто, несмотря на болезнь, развивается и достигает новых высот. В Симферополе завершилась уже традиционная церемония награждения премией «Преград нет». Традиционная премия общественного признания «Преград нет» направлена на поддержку и развитие творческой, спортивной и интеллектуальной активности детей и молодежи с ограниченными возможностями. Конкурс уже четвертый раз проводится под патронатом главы республики Сергея Аксенова. Для особых детей это возможность почувствовать себя необходимыми и поверить в свои способности. На самом деле для них это участие, то есть показывает их нужность, востребованность. И вот разговариваем с родителями, с врачами, у многих из детей отмечается, то есть улучшение по здоровью. В данном случае мы хотим, чтобы пример этих ребят послужил для остальных детей с такими же проблемами. И для молодых людей не только, ну, несчастье в каждый дом может прийти. Просто надо помнить, что надо не опускать руки, бороться до конца за себя. И у каждого в жизни есть возможность все равно так или иначе улучшить качество своей жизни. Лауреатами премии стали 32 ребенка с тяжелыми заболеваниями, которые не утратили волю к победе. Диагнозы не стали для них помехой. Дети изучают науку, занимаются творчеством и спортом. Они добиваются успехов там, где порой сдаются абсолютно здоровые люди. Сегодня за свои достижения подростки получили высокие награды, а также услышали слова благодарности за стойкость и силу воли. Вы действительно стираете все грани и преграды. Огромная благодарность вам за ваше мужество и стойкость. Вы истинный пример для всех нас, для всех ребят нашего полуострова. Отдельное спасибо и низкий поклон всем тем, кто помогает вам. Родители, учителя, преподаватели. Также внимание удостоились родители детей с ограниченными возможностями. Они на протяжении всей жизни уделяют особое внимание ребятам и ежедневно поддерживают их. Мамы вместе с детьми проходят непростой путь. Сегодня за свой труд они получили ценные подарки. Традиционно отмечаем тех людей, которые сами поверили в то, что преград нет, и помогают поверить в это своим детям.
Спасибо вам большое за то, что вы являетесь для нас примером. Потому что, я думаю, все согласятся со мной, что главное у человека – это дух. Я желаю вам здоровья, я желаю вам бодрости, духа. Ничего не бойтесь, верьте в свои силы и дерзайте. Творите, делайте все, что вы хотите. Помимо прочего, для гостей мероприятия организована торжественная программа. С яркими номерами выступили крымские артисты. Анна Волина, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. А на этом у меня все. В студии для вас работал Егор Зайцев. Желаю вам всего доброго.